Всем-всем здравствуйте. Приехали с Вигуськи с очередного осмотра из клиники, как положено нам было. Вот пили, а там остальные лают. Решила без них заснять, да, без них. Ты уже соскучилась по ним, да? Уже соскучилась, скажи. Одна каталась, надо все рассказать. Брали у нас гистологию, сегодня УЗИ делали. Одни антибиотики отменили, другие антибиотики еще продлили до 12-го нам включительно. И 19-го, если ничего, конечно, не случится критичного, если случится что-то, не дай бог, конечно, поедем раньше. Но вот 19-го поедем снова на прием, на УЗИ. И там уже будет видно. Возможно, даже удаление матки придется делать операцию. Но надеемся вместе с врачом. Врач у нас прекрасный, репродуктолог, выговорила. Надеемся, что все-таки это все у нас закончится хорошо. Замечательно. Вигусь, мы же не хотим операцию, Вегочка. Мы же не хотим операцию. Не хотим. То есть вот такие вот бывают последствия после многоплодных родов для них. Потому что это много было. Много. Да. Вот так вот они ей сказали, что может быть даже операция. Но будем надеяться, что этого не произойдет. Ну что, заходим? Встреча сейчас на Эльбе будет, да? Сейчас, миленькая. Все, давай я переноску сразу же возьму. Ну вот, заходим домой. А нас там сейчас будут встречать Ававайки. Ававайки и твои детки, да? Так, выпускаем кракенов. Ай, мои кракены. Да, без вас ездили, без вас. А что ты смотришь, кого еще там привезла? Никого не привезла? Никого. Здравствуйте, малыши. Ой, какие все радостные. Бусенок, нет там никого, не волнуйся. Никого еще не завела. Больше никого, да. А, все, платье испачкала, пока катались с Вигуськой, с милой мордушкой. Да, все, заходим, миленький, заходим. А, такое вот у меня платье, не платье, очень удобно. Широкое, большое, да? Ну что, все, вот все нас встретили, малышня, похоже, спит. Все, закрываю дверь, закрываю. Милуся, заходи. Не-не-не, не надо. Ты вредина какая, косточку принесла. Добычица мелкая. Ну вот такие у нас новости. Он и малыш пришел встречать. Всем желаем крепкого здоровья и хорошего настроения.